В Казахстане выделили дополнительные гранты лучшим исследователям для прохождения стажировки в научных мировых центрах. Такое поручение Министерству образования и науки и в целом правительству дал сегодня Нурсултан Назарбаев, выступая на торжественной сессии, посвященной 70-летию Национальной академии наук в Алматы. Кроме того, глава государства предложил изучить вопрос о выделении грантов молодым ученым из стран Центральной Азии для исследований в Казахстане. Президент предложил создать в республике коллегиальный орган по этике и разработать кодекс ученого. Заявил Нурсултан Назарбаев и о необходимости публикации научных исследований Казахстана в мировых базах данных. Также нужно решить вопрос участия Академии наук на договорной основе, проведения конкурсов и присуждения именных премий в области науки. Министерство образования совместно с Академией и вузами необходимо продвигать свои научные издания в международные рейтинговые базы. Надо не менее половины научных статей публиковать на английском языке. Они должны быть доступны в электронном формате и включены в мировые базы данных. Это нужно для вхождения в глобальное научное пространство. Надо тесно сотрудничать с мировыми научными сообществами.